В этом ресторане вы не сможете увидеть меню, стол и еду. Даже своих соседей увидеть не сможете. Здесь полная темнота. В этом заведении можно испытать на себе, как чувствуют себя незрячие люди. Временный проект под названием «Обед в темноте» был запущен в одном из ресторанов непальской столицы Катманду совместно с Ассоциацией незрячих Непала и посольством Израиля. Инициаторы надеются, что от обедов в таких условиях люди с нормальным зрением начнут больше ценить свою способность видеть, а также проникнуться большим пониманием к слепым людям. Мы хотим дать людям ощутить, каково это, когда не можешь видеть, даже если это ненадолго. В кромешной тьме уже не важно, хорошо ли ты видишь или полностью слепой. А вот официанты здесь по-настоящему незрячие. Такие рестораны есть в других странах, но для Непала это новая концепция. Все началось с инициативы израильского посольства, и мы наблюдаем, как это работает. Думаю, здесь большую роль начинают играть другие ощущения. Начинаешь больше пользоваться другими органами чувств. Вкус, запах. Вначале я даже испугалась, поскольку здесь полная темнота. Так что это было нечто совершенно новое. Но когда начинаешь привыкать, это нечто очень особенное. В таком нетипичном ресторане ты пробуешь есть по-другому, разговаривать по-другому. Может быть, это даже дарит ощущение еще большей свободы. Проект «Обед в темноте» будет длиться 2 недели.